Здравствуйте, друзья, мы на борту нашего лайнера, который взлетает. Так, он сейчас потихонечку тронулся, еще не взлетел. И вот у нас тут этот первый класс такой необычный, знаете, мы в таком еще не летали. Ну, во-первых, тут вы видите, эта штука, она выдвигается. Здесь панель управления. И тут ноги вперед, спинка назад, все это движется во все стороны и так далее. Тут вот есть, значит, всякие коммуникации, и USB-порт есть, и электричество. В полете, они сказали, когда взлетим, бесплатно есть high-speed интернет, есть, что там еще есть, да, вот тут для телевизора. Значит, есть там какой-то, я не знаю, сервис, там все что угодно, фильмы и так далее. Что-то темно стало, мне как-то это не нравится. Ну, тем не менее. Значит, вот так, все это выглядит, вам даже не видно. Ну, друзья, когда свет появится, я тогда больше сниму. Я нашел тут освещение на потолке, поэтому, может быть, у нас что-то еще получится. Значит, смотрите, вот тут есть секция там чего-то припрятать, я не знаю, видно вам, не видно. Вот тут тут есть бутылочка с водой, коммуникации всякие, вот, ну так. А вот, например, кнопочка push, видите, столик выехал, столик нам сейчас принесут покушать, причем, судя по меню, очень приличное меню, я вам покажу. Да, выдали такой пакетик, ну так, там, чтобы рот прополоскать, носочки. Ну, не знаю, вот тут самое прикольное, что эта штука выдвигается, у меня вот из-под ног выдвигается, и можно лежать. Вот, так что мы посмотрим еще, как эта часть получится, но пока что мы разгоняемся, трясет. Сейчас оторвемся от земли. Пришел наш, ну, поздний обед, можно сказать, или ужин. Салатик у нас есть. Какие-то тут, не поймешь чего, бутерброды, горячий. Бульончик и винца. Спросили, что хочешь, чай там? Что такое, винца давай. Вот, наверное, это соль для, не знаю чего, для бульончика. Сейчас будем пробовать. Ну что, друзья, вот и Бостон. Мы тут на шаттле отъехали из аэропорта и прибыли в такое место, где машинки выдают в рент. Видите, тут много-много, тут все эти лейблы, наверное, тут с десяток разных компаний. Но вот тут какая-то такая очередь, как бы на всех сразу. Вот мы в ней постоим-постоим, вот Светлану вы видите. Сейчас постоим-постоим и дальше пойдем. На машинке уже поедем.